Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадзи. Мы продолжаем проходить игру Far Cry от рассвета до заката. Итак, я уже снимаю третий выпуск. Эта миссия называется... Так. Да. Миссия называется Архипелаг. Давайте посмотрим сейчас, как всегда, на задание в самом начале. Найди взрывчатку, уничтожить радиовышку и бараки наемников. Ну, давайте начнем. Так, вот, радиовышка. Давайте я посмотрю через винтовочку все. Где там наши враги? Два рыбака. Так, вон там он есть. Так, вот это вот надо обязательно убить. Вот эту вот. Все. Так, вот еще. Этого тоже можно убить. Так. Смотрим еще. Кого там еще надо убить? Ну, давайте пойдем. Начинаем атаковать их. Так, кстати, знакомое место. Как будто я здесь был. А, да, я вспомнил. Far Cry 1, оригинальная версия. Да-да-да, это то место прям точь-точь. Ну, сейчас посмотрим в ходе игры. Так, ну да. Там тоже мост. Это тоже место. А почему я тут тогда нахожусь, же Карвар находится здесь второй раз? Как-то странно. Ну ладно. А мы идем с вами дальше, ребят. Так, сейчас мы тут всех убьем. Видел? Так, это все, да? Ну да, это все. Всех мы сейчас всех здесь разнесли. Так, я лучше поднимусь. Так будет легче. Там, потому что еще я помню, эти будут гранатометчики стоять. С РПГ стрелять в меня. Так что я сейчас их снайперки всех убью. Те, кто с РПГ стреляет, и все. Да, дорогие друзья, это то место. Только не знаю, почему опять мы здесь. Ну да, я точно это помню. Советую, дорогие друзья, посмотреть. Прохождение игры Far Cry 1, оригинальная версия. Там прикольно. 20 выпусков. Ну, как и 20 миссий. О, я помню, ребят, это место, да, опять. Вот это да. Тоже. Так, да, я. Это одни и те же миссии. В первом части Far Cry я тоже сюда C4 ставил. Динамит. Да. Да-да-да, я помню. Вот тут так вот, так ехал. Так что. Капец просто. Так, давайте вот я, знаете, еще что сейчас сделаю? Выкину это. Возьму это. И вот так вот, короче. Да как так? Так.
Ну чё, там все сдохли? Вот еще один там не может успокоиться. Ох ты, как прям полетел, да? Так, а тут стреляет, да? Ну, тут я точно всех убил, да. Так что вкидываем. И идем туда. Погнали. Не попади меня, пожалуйста. Да, он не попал. Лошара. Что-то как косой. Попал. Неужели? А сейчас вообще все патроны сру. Все, меня это достало. Да вот и все. Надо было сразу так сделать и все. У меня просто нервы пошли. Нервы пошли, да? Значит, нервы, так, да. Так, откуда там стреляют? А, там еще один остался просто. Выживший. Что бы там ни было, плевать. А, плевать, да? Ладно, это хорошо, что тебе плевать. Все. Идем дальше. Так. Так, вот там по-любому я должен взять эти взрывчатки. Это по-любому. Так, я осматриваю тут все. Да, мелочи. Остались ли здесь еще наемники эти? Твари. Опять, дорогие друзья, мы здесь. Это место. Это повторение. Да, архипелаг, я помню. По-моему, так и называлось. Так же прям точь-точь эта миссия. Да, это прям повторение. Так, броня, аптечка. Мы видим сейчас с вами вот здесь. Плохая моя музыка. Так, вот эти. Взрывчатки. И броня. Так, теперь нам туда. Придется опять спрятаться назад. Так, сейчас я вот этих вот тварей убью. Сейчас еще раз сделаем так. Там вроде еще патроны остались, да? Сейчас я посмотрю. Так, где? А, я все тут. Да, я все забрал. Короче, идем туда. Взрываем эту радиовышку. И все. Так что идем. Вот туда. Кокосы. Заходим в эту пещерку.
Это тоже было. Просто копировали, наверное, эту миссию. Разработчики, и все. Вообще им трудно даже не было создавать эту миссию. Так, идем. Поднимаемся. Интересно, какая же будет следующая миссия? Посмотрим. Да, нам сюда. Ставим бомбу и убегаем. Так, ну что, полететь что ли? Ну давайте полетим. И одновременно смотрим за происходящим. Неужели? Все падает. Первый раз я это вижу. Да, ну туда летим. Взорвать бараки. Ладно. Будет сделано. Я сейчас пойду туда. Так пойду. Чтобы их сразу всех убить там нафиг. А то они могут спрятаться и все. Так, плывем. К сожалению, я не долетел до берега, так что придется плыть. Плывем. Почти все. Почти доплыли. Ну, вот и все. Давай, иди быстрее. Чего у него так сил, мол? Почему? Манную кашу надо утром есть. Ты слышал? О! Так, прячемся в кусты. Интересно, заметит нас еще один или нет. Чтобы блин, да у них убивать. Броня хорошая. Что здесь произошло? Так, они готовы. Перезарядка. Берем патроны. И идем дальше. Туда. Сколько здесь лодок, посмотрите. Офигеть. Больше здесь никого нет? Нет. Их там даже много. Давай. Все, короче, так убиваем. Получается, твари. Остался последний. Все. И вон того еще можно. А до того уже нельзя. Не получается. Для этого я беру винтовочку. Блин, промазал. Thank you.
Вот и все. Столько патронов потратил, блин. Ну ладно. Сейчас я лучше вот так вот обойду. Да. Вот их база. О, еще один остался. О, патроны на винтовочку, супер. Ни хрена себе. Вот они меня разнесли. Так, аптечка есть. И броня есть. Все. Хорошо. Вот так вот нормально. Ставим бомбу. Уходим. Подальше. Главное сейчас, чтобы нас не задело. Все. Уплываем с острова нахер. Уплываем с проклятого острова. Пока. Ну вот, дорогие друзья, на этом я закончу третий выпуск. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.